Я поздравляю вас с этим праздником. Конечно же, желаю мирного неба над головой, тепла, уюта в ваших семьях. Всего самого-самого доброго. С Днем Защитника Отечества. С праздником, дорогие друзья. Я желаю каждому из вас крепкого здоровья, успехов, благополучия, мирного неба, счастья вам и вашим близким. С праздником, друзья! Глава города и председатель местной думы возглавили церемонию награждения. За многолетний эффективный труд и значительный вклад в развитие образования в Югре, в развитие строительной отрасли, а также многолетний добросовестный труд, почетной грамотой думы автономного округа наградили педагогов, специалистов администрации и военного комиссара Когалыма. В январе в Москве на выставке «Россия» прошел Всероссийский семейный форум, где президент страны объявил 2024 годом семьи. В торжественной церемонии открытия приняла участие и трудовая династия из Когалыма, семья Суфияновых. Супружеская пара представляет три поколения нефтяников – Руслану и Тамиле. Вручили сертификат на право поездки по программе «Больше, чем путешествие». Ехали, во-первых, показать себя, наш город представить, познакомиться с семьями из других регионов нашей большой страны. Вот. Было очень множество мастер-классов, тренингов, насколько я помню, полезных знакомств. Вот. Где-то даже было полезно какие-то психологические моменты. Тренинги психологические скорректировали с воспитанием в дальнейшем людей. Поэтому опыт, безусловно, богатейший приобрели за эти 4 дня. Гостей у нас было 7 человек. Это награда, большое достижение для нашей семьи. Безусловно, благодарность организаторам всего форума. Концертные номера для гостей вечера подготовили лучшие вокалисты и хореографические коллективы города. Юлиана Сотник, Михаил Суханов, «Наши города».